Ну, а я выбрала сегодня платье. Конечно, платье. Это же так женственно. Платье роза. Платье вашей мечты. И платье достается вам сегодня со скидкой в 700 рублей. 1990. Сколько? 700 рублей скидка, Надя. А-а-а. Ты где-нибудь видела такие цены? За платье нет, за топ. Да, но мы все-таки с вами говорим о полноценном платье. Давайте посмотрим, как мы с вами любим. Вот такой вот силуэт, любимый многими женщинами. Силуэт двоечки, ощущение, что здесь юбка и блуза. Да. Но между тем, это такое платье эффектное нашего любимого силуэта. Давайте посмотрим, у нас есть цвета, три цвета. Оля, твой выбор коралл. Да, мой любимый коралл, вот он на мне. У нас есть голубой цвет, а наша модель уже облачилась в зеленый. Вот они все три цвета. Все три цвета. Итак, зеленый, благородный, изумрудный, красивый, дорогой. И давайте посмотрим, все-таки платье не только у нас имитирует туник, не только имитирует блузу и юбку. Это платье может стать за эту цену не только платьем, но и туникой. Вот и так. Блузой. То есть... Три в одном. Подожди, за меньше, чем за 2000 рублей мы получаем платье, тунику и блузу. Вот это да, размер от 46 до 60. Забирайте свое платье роза и с удовольствием носите его. Вот как платье, мне кажется, очень даже эффектно. Олечка, смотрится. А может, ты пройдешь и покажешь? Во-первых, да, у тебя рост другой. Давай мы посмотрим, что у тебя длинная достаточно юбка. Ага. Оля рост 165. У Настеньки она высокая дама, и вот появляется вот Марина. Вот они все три цвета. Да, слушай, три цвета. Ты знаешь, Надя, почему бы нам, как Виагра, не выступать в этих платьях? Ну, пойте. А? Пойте, мы слушаем. Нет, мы будем только танцевать, можно? Ой, ну, хорошо, давайте хоть что-нибудь делайте, мы будем на вас любоваться. Потому что вы сами видите, у Оли рост 164 сантиметра. У девочек они высокие, 177, 175. Смотрите, как платье надеваем, как тунику на Марине вместе с брюками, а также мы можем приподнять. Марина, можешь ли ты приподнять? Так, давайте, эксперимент. Давай, приподнимаем тунику. И сделаем блузу. Превращается в блузу. Вот такая посадка более высокая получается у нас из туники. Слушай, подожди, так то есть можно пойти, например, на работу, надеть платье роза как блузу, с юбкой или с брюками, а дальше вечером, например, звонок, да, и муж говорит, да пойдем посидим в кафе. Брюки сняли, платье превращается, раз, и блуза превратилась у нас в платье. Сделайте вот такую длину, которая вам нравится. А еще знаете, что мне здесь очень нравится? Вот этот напуск. Напуск, как да. Как вы можете позволить себе все. Можете покушать от души, ничего не будет заметно. Животик скрадывается, конечно. Все идеально, становится фигура, приближается к идеалу. Оля сейчас сделала коротенькую юбку, но на самом деле можно сделать подлиннее. Вы сами решаете. Вот она наша Виагра в составе Ольга Мокшина, Анастасия и Марина, наши модели. Выбирайте, блуза ли, туника ли, либо платье. И три цвета на выбор. И самое главное, вы забираете сегодня, выбирая только цвет, вы получаете на выбор цвет. Но и блузу, и юбку, и блузу, и тунику, и платье вы получаете однозначно. Это сегодняшний мой выбор. Сделайте свой выбор тоже. Ну что ж, друзья, действительно, очень эффектное, правильное платье. Заказывая его, вы понимаете, что вы делаете свою фигуру практически идеальной. Меньше, чем 2000 рублей. Mm-hmm. Посмотрите, какие у нас платы на рукавах. Ты знаешь, Надя, вот если рассматривать платье, здесь столько нюансов. Да. Нужно разглядывать и разглядывать. А еще хочу попросить, чтобы наши давай девочки... Давай поговорим о качестве. Вот низ изделия, например, да, как да. Их, может быть, волнует. Марин, давай на тебе, у тебя все-таки как блуза. Покажите, что у нас двойной низ. То есть юбка двойная. Усиленная, да. Здесь нет швов. Наша юбка усилена, это просто два полотна, которые были сложены вместе. Да. Во-первых, при помощи этого наша юбка утягивает бедра. Да. Это во-первых. Во-вторых, какие еще у тебя ощущения? Плотность. Ты знаешь, они хорошая. Дают даже как-то вот немножко утягивают бедра. Да, подтягивают. Кстати, как бедра. Лучше брать? На размер побольше, мы наверное. Мы лучше берем, да, на размер побольше, чтобы платье сидело свободно на вас. Струилось, чтобы платье.